Многие дети могут только мечтать, чтобы отец был рядом. Ежегодно сотни тысяч детей пополняют ряды безотцовщины из-за матерей, что бросают отцов за невыполнимую пустоту внутри. Эй, чемпион, как насчет того, чтобы научиться подавать крученый мяч? Вау, звучит круто! Эй, мам! Старший брат пришел! Сначала мы сходим в цирк, потом в зоопарк, а потом ты придешь ко мне в школу на родительский вечер. А если меня попытаются побить или как-нибудь обидеть, я скажу: берегитесь, у меня есть старший брат. Он следит за мной. Купи себе чего-нибудь. Сотни тысяч детей и матерей ждут их, и они по-настоящему нуждаются в помощи. Если вынуждаетесь, то позвоните большим братьям сейчас.